фото с символом наступающего года. Конкурс с такой тематикой объявила редакция телеканала в период с 5 по 25 декабря. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо было, первое, поделиться статьей о проведении конкурса и отметить ее в одной из групп социальных сетей Уваровское телевидение. Второе, прислать фотографии собственного производства указанной тематики на e-mail редакции. В результате на конкурс поступило 10 работ, которые 25 декабря были размещены в социальных сетях для голосования. Конкурсанты боролись за главный приз – мышиную семью, копилку, сувенир, который должен стать подарком победителю от спонсора конкурса магазина полезных вещей для дома и подарков «Каприз». До 9 часов 27 декабря у подписчиков групп «Уваровское телевидение» в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и «Инстаграм» была возможность проголосовать за понравившуюся работу. В конечном итоге победителем стала фотография с малышом в задорном новогоднем костюме. Фотография с небольшим отрывом опередила лидера голосования в «Одноклассниках» фото с крысой Анфисой. За основу в подсчете голосов бралась сумма лайков и голосов в комментариях во всех трех группах. Победительница рассказывает, что идея композиции фотографии была навеяна предновогодним настроением и тематической покупкой к предстоящему празднику. Идея пришла чисто случайно, так как прямо накануне вашего конкурса я купила крыску вот эту и увидела просто в соцсетях ваше объявление. И решил поучаствовать, малыша нарядили, так скажем, вот, сфотографировали, так как мы очень часто делаем фотосессии дома. Ну, что, попытка, не пытка. Мы даже не, как бы сказать, хотели, конечно, победить, но не расстроились по плавному участию. Стоит отметить, что герою фото всего лишь 6 месяцев, но он уже позирует для фотообъектива, как настоящая фотомодель. Нельзя не отметить и героиню фотографии, которая отстала от победителя всего на 12 голосов. Живая крыса Анфиса собрала в группах восторженные отзывы и стала живым символом наступающего года в группах телеканала. Мы поздравляем всех участников конкурса. Сувениры от нашего сетевого партнера телеканала ТНТ ждут в нашей редакции. Галина Зайцева, Александр Трегубов.